Пот вытирать, потеть, нервничать. Другого вы Васю ждали, да? Булава с камнями, как бы дал по роже этой булавой. Министр здравоохранения он. Подлечить тебя. А вы министр образования? Все у вас нормально? Дети ваши где учатся? За границей? Кошмар какой-то. Отъели рожи свои, смотри на щеки свои. Потеют пальчики. Берешь взятки. Хоть бы глаза свои спрятали. И не посмотрю, что женщина. Может быть, что-то есть у вас человеческое? Хоть в одном из вас? Или вы скоты последние? Думаете только о своих семьях, только о своих детях? От злости своей сохнетесь скоро, сучитесь. А вы? Седой вроде человек, посмотрите на себя. Вы хотите, чтобы вас помнили? Или чтобы вас вообще вспоминать не хотели, ваши дети? Разжирели здесь в то время, когда в некоторых семьях даже ребенку лишнюю пару ботинок не могут позволить купить. И скажите мне, в конце концов, чья эта жена ездит парикмахером с собственным кортежем, а?